Во исполнение указа президента номер 606 от 7 мая 2012 года о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации в городе установлены ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста 3 лет. В соответствии с постановлением правительства Севастополя номер 711 от 31 декабря 2014 года предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющих детей. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации, при рождении третьего или последующих детей граждан Российской Федерации, родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения этими детьми возраста 3 лет. Данное пособие назначается, имеют право те семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в городе Севастополе за год, предшествующий году обращения за данной ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории города Севастополя, из числа лиц, являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе до окончания обучения такими детьми, но не более чем до 23 лет. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленного на момент обращения в городе Севастополе данной семьи. То есть в настоящее время установленный размер прожиточного минимума на ребенка составляет 6 034 рубля. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, дающего право на эту ежемесячную выплату, включаются совместно проживающие родители и дети или совместно проживающий ребенок с одиноко проживающим родителем. Для назначения ежемесячной денежной выплаты в орган социальной защиты по месту проживания на территории города Севастополя предоставляются следующие документы. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, документы, подтверждающие личность, это паспорт или любой другой документ, подтверждающие рождение детей, свидетельство о рождении всех детей, также подтверждающие документы принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату. Документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с родителями, подтверждающий размер доходов за 3 предыдущих месяца до месяца обращения за ежемесячной денежной выплатой. Выплата ежемесячная назначается до достижения ребенком 3 лет включительно. Также при назначении данной выплаты уважительными причинами отсутствия доходов у какого-то из членов семьи являются, если за предыдущие 3 месяца не предоставляются доходы, если один из родителей в установленном порядке признан безработным, занят уходом по уходу за ребенком до 3 лет или до 6 лет по заключению по медицинскому заключению, занят уходом за 3 и более детей в возрасте до 18 лет, занят уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом первой группы, либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, и которые получают ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством. Обучается в общеобразовательной организации, либо по очной форме в организации начального, среднего или высшего профессионального образования, находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 месяцев, но не более 6 месяцев, и также наличие инвалидности одного из членов семьи. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на назначение ежемесячной выплаты возраста 3 лет, смерти ребенком, в связи с рождением которого возникло право на эту выплату,
если лишение родительских прав или ограничение в родительских правах родителей в отношении ребенка, помещение ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение выплаты ежемесячно на полное государственное обеспечение, либо превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в городе Севастополе. Лица, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, а обязаны извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты в течение 30 дней.